зайчик. Падла. Не надо, не надо. Не подходи к нему. Смотри, смотри, он там не лежит. Не надо туда. Подходить, пожалуйста. Просто, так ты просто вруби свет, пускай там горит. Итак, всем привет, с вами Михатор Драгон и Саня Электрик, и сегодня мы будем смотреть очередную карту Five Nights at Freddy на Гаррис Мод. Это вторая часть Five Nights at Freddy 2. Вторая, вторая. И начинаем. Ой. Откуда звук? А вот тот телефон. А. Нас заперли, откройте. Тихо, давай послушаем его. Ладно. У тебя как будто маленький монитор в руках. У тебя тоже? А ну посмотри в него. Ну, надеюсь, посмотри на него. Ты смотришь? Я посмотрел, да, смотрю. Ну, давайте... Я такой глюк. Ну, немножко там есть, когда я рука, хожу. Типа, для чего такое? Да. Ладно, пошли посмотрим, что тут. Пойдем. Вау. А в вентиляцию можно залезть? Let's party. В вентиляцию можно залезть, ничего себе. Я знаю. А ты куда пошел? Да не, я тут просто осматриваюсь. Какие-то таблички, видимо, рекламные. О, смотри, смотри на них. Вообще, о, подарки, я хочу подарки. Блин, приглашай Flat for Dead, но я занят. Так. О, знаменитые туалеты. Так их обожаю просто. Чё я нажал? Куда ушел? Ой. Это. Пусть он... я нажал на это. Ладно, допустим. Йо! А, это игровой автомат? Listen, Frank. Don't care if your brother met the damn again. This is not... Йо, ты глянь на него. А, это этот самый редкий аниматроник. Он во второй части встречается. Он вообще очень редкий, но в первой части моего видео про Five Nights at Freddy 2 он мне попался. Я его даже не заметил. Только потом пошли мне написали, что... Шони. Ага, только потом мне написали, что этот аниматроник у меня на видео был. О, а я его даже не замечал. Блядь, так. Ну это самый первый, самый старый. А тут вообще что-то происходит? Вроде да. Это карте. О! Давай вернемся на свое место. Ой, что происходит? Музыка такая. Да где? Чё, как? А вот я, блин. Эй, пропал, пропала, утка пропала. Валим отсюда, валим назад. Балунс, блин, фу, как я его ненавижу, этого балунса. Он лесу все время зовет. Я валю назад на наше место. О! Так, фонарик, если что, если кто-то нет, надо включать фонарик. Сука! Да он вылез-то! Ни хрена себе. Так, ну придется опять снова убрать. Суку. Не, ну я испугался. Так, а я что-то вообще не понял, откуда он вылез вообще. Электричество врубить. Давай. Так, оно тут вообще вечное или оно как-то кончается тут? А вот там вруби это, о. О. Оно, да надо... А, оно по чуть-чуть. Поочередно врубать. Так, камеру. Камеру переключить. Я не хочу на это смотреть, я хочу что-то еще. О, они уже втроем. Ну да. Вернулась. Вау. Музыка опять заиграла. Куда зайти можно, оказывается? Музыка опять заиграла, Миха. Так, погоди, откуда идет? Смотри, смотри, вентиляция, смотри. Нету. Тут вроде... А, по камерам, по камерам. Так. Вентиляция, где вентиляция? Камера 6. Нету. Камера 5. Нету. Камера 1. Да. Камера 2. Пусто. Да откуда? Да не знаю откуда. Только здесь центра. Но в центре тоже никого нету. Блин, стрёмно вообще. Кто пропал? Кто пропал? Смотри, Михаил. А, заяц. Заяц пропал. Заяц. Заяц, он откуда? Он, по-моему, он может... Он с вентиляцией заяц обычно идет. Ага, понял, спасибо. Так, обычно с вентиляцией. Но если его считать по второй части. Хотя, если это старый аниматроник, то он может... А! Заяц! Заяц! Свети, 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 свети его! Заяц, падла. Не надо, не надо. Не подходи к нему. Смотри, смотри, он там не лежит. Не надо подходить, пожалуйста. Просто... Так ты просто вруби свет, пускай там горит. Сука, блядь! Как вообще от них обороняться? Есть идея убегать. Так, ну по идее можно, но блин. Пошли дальше куда-то. Боже мой, я. Таня, у меня есть одна стрёмная идея есть. А тут... Пойдем об. По... Ой, а жёлтый. Почему это красный нельзя? А, Old Animation. Old Animation. Old Animation еще не пашет. Это. А. Ну, наверное, еще не врублены они. А, либо часть 3 не вышла еще. А, да, часть 3 не вышла еще.
Так, кстати, смотри, ребят, как выйдет часть третья, опять так. Она пропала, ну ладно. И что, часть третья? Не, выйдет парт 3, имею в виду этой карты. Мы тоже снимем. А, ну да-да-да. Кстати, пойдем одну стрёмную идею попробуем. Давай. Так, где у нас тут комната наша? Я забыл что-то. А, вот. Можно попробовать птичка. Вот в этой комнате отсидеться. Птичка же пропала. А мне пойдем кажется, это нам не поможет. Все равно будет скример. Ну и что? Мы будем его смотреть через дырку. Не, так неинтересно будет. Я здесь посижу. Тетенька. Во время вентиляции, 100%. Что-то звук-то, звук приближения. Птичка пропала, где она может быть? Птичка. А, птичка обычно с этого, спереда и ходит. О, нет! Только не этот тварь! Блин, он сейчас кто лису это? Зовет. Это малыш с шариками, он сейчас лису будет звать. Он будет ржать сайт и звать эту лису. Вот, блин. Пожалуйста, не надо. Так. Пока что тихо, звука нет этого приближения. Да, о, опять. Ой, это Манкл, Манкл. Это глянь тоже. На него. Так, надо светить в центр. Ой, а, сука. А я выжил. А я выжил. А я выжил. А ты к нему, это как к нему подходить, он начинает. А. Подойди к нему. Чтоб ты тоже. Да ё-моё. Аж отбрасывает. Отбросил. Я тебя убью! Сука! А где она? А, она там до сих пор висит. Она ушла, она ушла. Она ушла. Не-а. А, не, здесь висит, надо на нее светить этой. Ну сдохни! Сдохни, сдохни, сдохни! Получится. Заяц, заяц, смотри, стоит заяц в этом, в столах. Где? Вон, смотри, на камеру смотри. О, пропал, кстати. А, да, точно, заяц. Сейчас тут медведь есть? Мне кажется, будет. Так, опусти, самый стрёмный попробуем будет. Еще раз кнопку нажать. Может там... Так, это не... О, блин, зачем я... О! Ай, ёпта! Там мука была. Какая ты красивая. Ну не, ребята, да, жесть. Че, я камеру шить не умею переключить. Эй, смотри, смотри, смотри. Сюда, в вентиляцию, в вентиляцию. Ого! Она сюда пробралась. Давай не будем к нему подходить. Так, да я сразу спрячусь нафиг сюда. Я конечно... А, она ушла? Да. А, отлично. Ну, скример это жесть. Опять кто-то шевелит. Кто там ходит? О! Миха, глянь в планшет. О, здорово, утка. Утка. Что ты делаешь? О! К нам третий охранник сейчас придет. Третий? Да. Ой, кто? Этот как его? Шарик, с мальчик шариками. Этот. Если надеюсь, он к нам не придет. Третий охранник, во. Я иду. Третий охранник. Вау! Ё-моё! Чё? Там просто эта Манкл появилась. Ты где? Я из вентиляции сейчас приеду тебе. Фух. Она просто там за дверью. Медведь пропал! Hello. Медведь пропал! Медведь пропал! От своей сцены. И куда он пропал? А он отошел куда-то. Вот. Миха, кто? Плохая откуда? Новость. Смотрю. Ой, утка, 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 светим, светим на нее. На я утку. Пока пойду через вентиляцию. А где вентиляция? А едить твою, не едить, я спрячусь. Мишка, Гамми. Я тебя вижу на камере. Да? Круто? Да. А где я сейчас примерно? А, ты сейчас в двери. Ой, я сам себя вижу! Да-да-да. Какая у меня тупая моделька, ё-моё. Как бы все бы, как бы все бы ничего, но, блин, тут как будка стоит у нас в дверях. О! Ой. Ой, а куда почему он мне пишет какую-то фигню? Подождите.
медведь. О, я прям перед ним появился. Капец, нафиг я в дверь ухожу. Ай, блин! Сошел, я не успел. Спрятаться. За что называется? Миха, глянь на меня. Ты вообще солдат Второй мировой, блин? Вторая мировая. Так, приключи камеру. Кто там стоит? Утка стоит. Так. А ну приключи камеру, чтобы я себя увидел. Сейчас, надо вентиляцию. Нет, не то. Нажимайся, камера не нажимается. Ладно, тогда я пошел. О! Вентиляцию. Я назад с вентиляцией, там заяц появился. Ну нахрен. Прям вентиляция? Недалеко от нее. Я камеру на вентиляцию поставил, только другую почему-то. А вот теперь Зарезай ты, иди. Ну застрёт вентиляция, я не понимаю. А, может ты там находишься, я не могу залезть. Такой крик, да? Да вообще. Эй! Там вообще, что-то где... есть! Вообще на какой хер вентиляцию камеру устанавливать? Тут кто-то сайт стоит. Вика. Ааа, я пошел. Да почему я не могу пролезть? В баню. Давай и ты теперь опять вентиляцию. Манков. А я что-то не могу в вентиляцию залезть, что-то блять. О-оу. Я застрял в вентиляции. Я тоже застревал в ней. Ладно, пойду к зайцу сдохну. Давай. Слушай, а под ней можно пролезть, интересно? Кто тебя убил? Я думал, можно под этой подманкой пролезть, она почему-то под ней почему-то не получается. Как мне отсюда выйти? Тут заяц. Как мне отсюда выйти? Прям заяц влезает и все. Не могу, он как тебе сказать, он просто... А. Сквозь него... Ну, пиши килл. Не хочу умирать. Надо. Включи свет. Мне не пах. Вот тебе повезло-то. Смотри на меня. Не-не, назад. Ты кого-нибудь назад, так много, как наложишь, сейчас камеру где-где. Сейчас камеру. Вот, смотри, все смотри тебя. Сейчас, смотри. Коня, своего коня не успокоил. Блин. Что за мутант начался? Это этот... Марионетка. Блин. Я вылез. Марионетка. Чего? Такое было. Ты сдох? Да. Марионетки, что ли? Да. У меня не было, но она только на тебя напрыгнула. Я, видимо, зря подошел. Ну, не знаю, давайте еще немного посидим в этой карте, я думаю, и закончим. На нас еще медведь не нападал почему-то, ну ладно. А, нападал, он же это делал, кстати. Нападал, перепутал. Лисы тут почему-то нету еще. Кто-то лезет. Мне кажется, заяц. Ой! Ой, ё! Не хочу туда. Сделал. Не хочу туда. Их не нажимайте кнопки, они ничего не делают уже. Ну, а может, они что-то делают. Ну, ладно. Иди лучше назад на место возвращайся, увидишь там сюрприз. Там, наклал. Пошли отсюда. А где наши? Я забыл. Идем за мной. Выход закрыт, нет. Вот, так. Иди. Вперед. Вот, видишь? Вперед, да. Иди. О. Блин, как через нее пройти теперь? Иди. Попробуем. А хотя есть идея. Вика, помнишь, как в первый час? Блин, что долго умер. Вот так. Опять это наркоман. А где она? Она исчезла. Ей надоело. Слушай, мы ее отогнали. Вот, теперь мы поняли тактику. Ой.
секунду. Оп. Все нормально. Зашибись. Слушай. Погоди. Не, погоди, ставь за это, надо ее в этот, в вентиляцию. Зашибись дверь. О, нормально. Не, может скрипт не сработать из-за этого, кстати, если мы дверь сюда поставим. Нормально. Она теперь не закрывается. Они все есть? Они... Есть. Сука. Вау. Вау, ты же самый редкий выполз. А нет, этот не редкий. Или редкий. Я не понимаю. Блин. Ладно, фиг с ним. Редкий, еще проверим, где он. Это вроде не редкий, редкий, казалось. Он вообще сидит на месте. Ой, исчезло. Жук! Кто тут? Кто? Да ё-моё. Я пойду через вентиляцию. А я через вентиляцию пойду. Хитрый. М? Хитрый. Да. Ну чё, я не знаю, тогда может заканчиваем? Давай ещё минут 5 и думаю закончим. 5? Да, сейчас наркомания почнёт. Беру оружие и начинаю всё исследовать. Потому что я не знаю... Пока. В принципе, мы уже тут все обследовали. Ого, эрроры. А, не, у меня просто автомат еще из сталкера остался. Ну, не сталкер, а этот. Блядь! Не получилось. Миха. Ой, что, медведь? Отойди. Отойди, ясно. Давай. Да блядь! Выбрал гранат, называет. Ой, смотри, 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 вентиляцию. Ни хрена себе. Давай, вот это да. Ой, он исчез. Что? Ой, он пришел сейчас вызывать этих. Лесу, по идее, должен звать. Я на него залезть могу. Миха, смотри, смотри, смотри. На него залез. Интересно. Ну, не знаю, давай. Давай, давай тогда уже заканчивать. Не, давай дождем, пока он пропадет, и тогда закончим. Да он особо делать ничего не будет, он просто стоять будет. А, и все. Он никогда не атакует. Смотри вентиляцию. Да я вижу, это Манкл пришла опять. Блять! Ой! Ну, в принципе, все тогда я. Миха. Да. Всем пока. Не, стой, стой, стой. Ой, он полетел. В общем, всем. Пока. Пока.